И для того, чтобы у фермера был лучший результат, мы работаем над этим. Наше удобрение Mizar Organic для зерновых, бобовых, пшеница, рожь, ячмень, овес, то есть, в принципе, для любых культур, но сегодня подборка именно для данных культур. Отличительные особенности куминового удобрения Mizar Organic. Это производится по новейшей уникальной нанотехнологии. Мы вытаскиваем из низинного торфа России, вытаскиваем фульвовые, гуминовые кислоты. О них я не буду сильно рассказывать, об этом есть научные темы. То есть этот препарат разрабатывается с 60-х годов. Вот. И также в состав нашего удобрения входят витамины В1, В2 и так далее, то есть микро-макроэлементы, которые взяты из природы, из природного слоя земли, торфа, глубинный торф России. Гуминовые и фульвовые кислоты 140 грамм на литр, в том числе гуминовых кислот 40 грамм и фульвовых кислот 95 грамм. То есть подобной концентрации нет ни в одном похожем препарате. Есть, мы говорим, о американском опыте, и есть похожий американский препарат, там немножко меньше, цена чуть-чуть тоже дороже у него. Дальше, что назначение для зерновых, бобовых, технических культур? Какие наши преимущества? Мы гарантированно даем, то есть увеличиваем урожайность от 10 до 30%, это гарантия. Улучшение иммунитета растения до 100%, выпала роса, еще что-то там, какие-то погодные условия, половина растений не выжила. То есть наш препарат дает 100% иммунитета растения. Повышение стрессоустойчивости, опять же, связано все с погодными условиями. Улучшение качества зерна, улучшение структуры почвы. То есть мы восстанавливаем вот это плодородие почвы. Мы с помощью нашего препарата мы сохраняем вот этот водяной покров почвы, то есть сохранение влаги в почве, это немаловажно. С нашим препаратом можно даже при подготовке почвы, можно взять даже песчаники, подготовить почву, через 2-3 года уже можно на этой почве выращивать спокойно сельскохозяйственные культуры. Еще раз, применяя наше удобрение, вы получаете 25-30% прироста урожая на 15 дней раннее созревание, до 30% улучшение корневой системы, улучшение структуры почвы до 50%. Поначалу сразу это экономия на органических удобрениях, потом их применение сводится к нулю. И 100% улучшения иммунитета растений. Это немаловажно. Разница, отличие применения. У нас есть знакомый, у него есть свой собственный питомник. И один ряд он поливал просто минеральными удобрениями, как он привык поливать. Это в этом году было. Второй ряд он поливал, это смородина. Второй ряд он поливал нашими удобрениями. То есть он был просто в шоке от того, когда кусты, они между собой с нашим удобрением, они срослись, сплелись. А этот ряд у него высох практически. То есть раньше он считал, что это в принципе нормальная смородина, то есть, и с нашим удобрением. Это салат. То есть как развивается корневая система с нашим удобрением и без нашего удобрения. Как развивается сам лист, то есть видно в домашних условиях, проделывали вот такие вот опыты. Наши награды мы уже получили, вот такую
статуэточку, да. Ну и наши контакты для связи, есть брошюрки, всем раздадим, какие-то вопросы дополнительные будут, все ответим. И по применению это уже, скажем, с каждым производителем продукции можно все это персонально обсудить. Спасибо за внимание.